дождя сегодня нет, слава богу. Одинцова, привет, здравствуйте. Да. Так, кому снились опять плохие сны? Мне снятся ужасные сны. Мы сегодня легли в 5, в начале 6 спать. Какой-то кошмар. Киров дождь тоже. Блин, у нас нет дождя, но я люблю дождь. Сегодня, думаю, может, мы с Лехой погуляем. Нет, я плохо пишу. Жару. Я еду по делам. Украина, привет. Привет, привет, привет. Привет из Сочи, привет. Как вчера посмотрели футбол? Кто его смотрел?
Куда я уезжаю? В Китай. В Китай я уезжаю. Куда мои брюки? В Китай я уезжаю. Надеюсь, я найду нормальные шмотки все-таки. Конечно, хотелось недорого одеваться. Есть вещи, которые вот как топы были, шорты. И дорогие, прикольные. Ну, шорты, видимо, я не понимаю. Не все могут одеть, видимо, такие высокие. Вот. Потом поеду в Китай. Не знаю, какой будет ценник. Потому что я буду все-таки покупать одежду. Наверное, не хотела все суметь. И недорого, и красиво. Но не знаю, мне кажется, мне будет... Надо придумать цену все-таки выше. Да я вообще раньше не реагировала, вообще такая не была. Я смеялась. Столько писали с собой ужасно. Господи, ну, на таких мерзких вещей я никогда не реагировала. Но тут вдруг стало, потому что, ну, сигнало мне. Когда скажут, что выиграл пятихатку, вечером скажу. Какой магазин в Минске? О, честно, вот даже сейчас, если уж не хочу ехать в Минск, я подумаю. Если до этого мне прям нравилось, нравились люди, но в последних разах мне не нравится. Как будто не принимают ни своих людей. Я думаю, это будет тяжело. Тяжело, у вас другие правила, другие законы. Хотя, конечно, отправлять можно тоже в Минск. Собираетесь в Красноярск? Нет, я там никогда не была. Мне очень нужно выиграть. Ну, у меня человек уже выиграл. Я отметила уже. Чтобы потом не говорили, что нечестно, кто первый угадал. Больше всего мне понравилось то, что я старше своей сестры на 10 лет. Или моя сестра там мне старше на 10 лет. Это сильно. Привет, привет. Ой, пожалуйста, скажите, кто умеет пользоваться видео? Чтобы перевернуть видео. Я сняла видео, и почему-то оно у меня все равно встало вот так. Мне нужно его перевернуть. Скажите, пожалуйста, какой-нибудь редактор, где можно перевернуть видео. То можно только в сообщениях, в WhatsApp. Но тогда портится качество. У меня такое хорошее качество там на видео, я хочу. Думаешь, Леша, твоя первая настоящая любовь? Ну, когда мы любим, мы думаем, конечно, что это так. Но... Напишите, пожалуйста, в личку приложение. Очень прошу вас. Ну, видимо, мне нравится жить в бардаке. Поэтому многие с вашей Белоруссии приезжают в Россию. Особенно девчонки молодые, красивые, переезжают жить в Россию. Говорит о многом. И работы приезжают многие в Россию. О чем бы? Слушайте. Бардак всегда был и везде, просто где-то он прикрывается. Знаете, у вас чпокаются в туалетах. Здесь, конечно, тоже такое есть, но не настолько. Девочки сами вешатся на мужиков. Какой-то кошмар. Я прекрасно понимаю, просто